мы собрались. Девочки вот сидят. Кстати, да, я не сняла даже, как выглядел наш отель. Ну вот, время есть поснимать. Вот все собирают последние шмотки. Мусор, времени мало. А я потеряла сережку, представляете? В последний день я потеряла свою сережку. Очень печально. Все, мы уезжаем, пока-пока. Я буду скучать. Какой писк. Квест «Спусти чемодан из четвертого этажа и не умри» начинается. Вот это весит 5 килограмм, вот это 20. В сумме 25. Я уже свой чемодан спустила, девочки спускаются. Вика, вот. Вот мой. Это трэш. А я его в руки взяла и тащила. Мы добрались до улицы, девочки очень счастливы. Мы счастливы, мы рады. Вот они, счастливые. Очень легко, да? Вот, мой просто уже здесь стоит, я спустилась и теперь вернулась за сумкой. Потому что здесь 20 килограмм, здесь 5 килограмм, еще у меня мусор. Вон там вот Катя. Девочки, я нашла свое рабочее место. Тут швейные машины, вот прямо у дома, где мы живем. Но это судьба, надо оставаться. Все, девочки уезжают, они еще остаются на день. С картонкой, чемоданами просто. Все, пока. А вот с ней я скоро увижусь. Опять ее видеть. Все, пока. Нет, я рада. My idol. Yeah. А мы остаемся, едем в Инчон. Вообще мы должны были вместе ехать, а кидали нас. Да, но они нас кинули. Он супер тяжелый, я жалею, что я так много всего купила. Да мы так будем все 3 часа идти, вон Вика отстающая. Это просто жесть. В последний день я наконец-то это снимаю. Как это? English. Я вас верю. Сработалось. Ей. Мы 10 минут стояли, ждали этот дурацкий лифт, чтобы спуститься. Смотри. С чемоданами. И мы спустились, это не та станция. Там было написано вот это Банхва. А здесь ее нет. Видать, не в ту сторону ушли. Дорога домой просто занимает намного больше силы и времени, как будто просто вечность. И очень грустно уезжать. Просто тут вещи стоят. Я хотела снять деньги, а он мне не дает снять деньги. Но я хотя бы поменяла, чтобы были деньги на карте, потому что я не могу, когда у меня нет денег, я очень сильно переживаю. Сейчас вот мы с чемоданами будем понять, куда нам двигаться дальше. Мы попали в аэропорт. Что вы чувствуете? Она ответила, когда я уже выключила. Пока что я чувствую обременение вот этим. Хочется домой. Я стою, а мой чемодан немного стоит и скатывается. Главное его не отпустить, иначе я останусь без чемодана и собью как кегли людей сзади, если кто-то поднимется. Побоялась с нашими чемоданами, вот, поэтому мы едем на такси. Это был попадос, что линия, на которой мы планировали ехать до нашего отеля, она закрыта. Второй был вариант бесплатный трансфер, о котором написано в отеле. Ну и крайний случай – это такси, где мы сейчас и находимся. Мы добрались до отеля, а Вика уже зашла. Вот Катя, вот я. Потому что у них цифра 4 так же звучит, как смерть. Поэтому четверки нет, ура! Опен. Так, здесь у нас выглядит вот так вот. Это типа столик. Окно. Блин, грязно. Так, на входе у нас тут ванна. Туалет. У нас есть настоящая нормальная ванная. Это шок. Я не пойму, где тут свет зажигается.
не знаю, вот нормальная ванная. Здесь, то тут Катя будет спать, здесь мы с Викой. Окно. Делаешь? Блок во влоге. Блок во влоге. А я съеду, сейчас буду снимать. Хоть вид красивый. Просто лежим, едим, чипсы доедаем. Там у Вики рис, йогурт. Катя там тоже с чипсами лежит. Она счастливая. Уставшая. Ну, счастливая же. Больная. Мы вышли из нашей гостиницы. Вот она. Вот тут всякие кафешечки. Гуляем. Вон там мне нравятся вот эти ветряки. Да, мы посмотрели страну с разных сторон. И так, Костян, смотри, какие цветочки красивые. Да, цветочки очень красивые. Куда нам дальше? Прямо? Приехали к морю, а оно немножко высохло. Я просто хотела смотреть. Ну, как бы я немножко разочарована. Я думала, там будет море, а там не море. Перекрыто, но мы все равно прошли. И да, думаю, наверное, это перекрыто для машин. Но местные нам ничего не сказали, мы просто прошли. Так что думаю, что можно. Вон Катя уже вперед убежала. Чаечки ходят. Смотрите, мы тут нашли ракушечки. Ничего, нет, мы ничего не делаем. Смотрите, как красиво вообще. Катя! Слышишь, Кать? Катя, она кравика поймала. Да. Можешь тебе его в руки-то? Я боюсь. А вдруг он меня щипнет? Он ты маленький. Да, ты снимешь меня с кравиком? Да. Привет. Ку-ку. Видишь, как мне палец отцепят. Я боюсь на руки брать, он большой. Большой, какой хорошенький крабик. Видишь? Ну, отлично. Да, вот два крабика. У меня она упала, ты сосала? Ну, это даже, наверное, интереснее, чем было бы море. Копошился все в воде. Ну, кайфово. Да. Ты тоже хочешь так. Влог во влоге опять. Называется, посчитайте, сколько раз было влог во влоге. Победителю отправлю подвесочку. Скорее, я купила подвески, поэтому разыграю подвеску. Вот кто посчитает, сколько раз. Да никто даже видео мои смотреть не будет. Ну и ладно, как хотите. Смотрим. Давай, я вас снимаю. Влог во влоге. Нет. Тройной влог во влоге. Я вас снимаю. Давай. Влог во влоге. Нет. Солнышко. Чайки охотятся за нашими вещами. Мы побежали их спасать. Вообще, они хотели забрать наши сумки. Своих мало, что ли? А можешь сейчас просто пробежать? Давай. Беги. Бежать? Куда бежать? Куда-нибудь. Нет, такое не продастся. Можешь красиво бежать. Давай еще. Бежать как все-то, между прочим, тяжело. Да, я вижу. Ты как слон. Фоткаем котёнка. Ага. Снимаю.
Мама нашла. Какие. Ой, какие хорошенькие. Она нашла ракушку, из нее можно кулончик сделать. Вообще красота. Ой, как красиво. Девочки ищут красивые ракушки для кулончиков. Смотрите, какую Вика нашла. Вообще красота. А я вот такую нашла. Так они не нужны. Покажи мне крабик. Высохшего. О, все. Мы идем по пляжу, а тут котик лежит. Кс-кс-кс. Ой, котик. Хорошенький такой. Котик. Ой, какой ты хороший. Катя хочет себе поменьше. Я вот выбираю для нее разные маленькие. Я ей потом покажу, может быть, какую-то она захочет себе. Вообще супер маленькую я нашла, но я ее хочу оставить себе. Она мне очень понравилась. Вот. Поэтому мы все еще ходим по этому пляжу и просто собираем ракушки. Здесь очень красиво. Просто. Смотрите, какую красоту я нашла. Все, я счастлива. Я уже пошла собирать. О, классно, спасибо. Я тебе переберу. Крабик. Такие себе собирать. Смотри, какая лопата большая. О, да. Тут можно, кстати, тоже повесить ее. Ну, это пипец как-то. Засели. Вон там вот одна сидит, вот вторая. Ну, все еще ищу. Я нашла красную ракушку. Я ее уже убрала. Вот. Я такую же нашла Вики, и еще мы ищем такую же для Кати. Посмотрите, что Вика нашла вообще. Красота. Офигеть. Какая. Такое большое, да. Кораблевый телефон. Мы идем кушать. Ой, я лохматый. Вообще вот они мы. И море. Нам принесли водичку. О, вот это я буду. Это амук, наверное. Это похоже на амук, вот это я но буду. Острый. Я очень хочу. Блин, острый. Ну, видишь, чуть-чуть, но ну, не сильно, я думаю. Острый соус. Это опять луковые блинчики, наподобие, как вчера мы, наверное, ели. И похоже на кимчи, но какая-то зеленая. Не, нам просто принесли три огромные тарелки. На 30 огромных тарелки. Катя сказала, один несчастный район для себя. Она сам слушает. Так, мы заказали рамен. Походу, это он. И он явно не острый. Так, это принесли наши креветочки. Ты это пробовал? Нет. Последний день. Все. Мы поели. И теперь идем куда? Что? Куда? Он сдал больше сдачи. Смотрите, он взял не 39 800, а 39 скидку сделал. За красивые глаза! Да, вот скидка 800. О! Вот это да! А все равно, что мы три блондинки посетили его кафе, да? Поэтому хозяин надо вернуться. Я ее не знаю, где она. Я тебе хочу не ткнула пальцем. Я не знаю. Не специально, она меня уже знать не хочет. Вот я сейчас замуж выйду, разбогатею, и что ты будешь делать? Я буду тебя знать. А я уже буду тебя не знать. В смысле, так не работает? Так работает, там две стороны. Друзья так не дружат. А куда мы идем? Домой, в отель. Мы через магазин. Рамен продается прямо с коробкой. Мы встретили еще котика. В той стороне находится аэропорт. Так красиво горит, ну вот света, небо вообще обалденное, и вот наш отель. Мы возвращаемся. Да, наверное. Третий. Ну, да.
Да. Это я с полными руками и закрытым кошельком. Но деньги я туда не выберу, потому что денег там нет. Мы набрали тут еды. Сейчас еще я хочу посмотреть, какие ракушки я набрала. Так, вот самое красивое, что я нашла, это вот такую ракушку. И вот такую вот. И вот эта вот мелочь такая, это мне Катя дала фиолетовую. Красота. А это что выбрала Вика? Я не знаю, как она собирается это вести. А, у Кати там тоже много, сейчас покажу. Смотрите, вот что это. Ой, как много всего. Смотри, какие. Ну вот эта фигня какая-то, скажи. Ну, все равно интересно выглядит. Вот это, смотрите, это мне... Вот самое красивое, ой, я тебя, прости, задела, вот это самое красивое. Наверное, у меня одна половинка, у тебя вторая. Наверное. Ну, вот это какая-то ерунда. Смотрите, кразик. А, сейчас съест нас. А вот это вот как тебе? Да, вот это вообще клево. Палку взяла. В первый день в Корее я пила это молоко. И в последний день в Корее я тоже пью это молоко. Все, мы уже собираемся спать. Вика сейчас сюда тоже к нам придет. Я еще со своим красным загоревшим лицом. Но мы уже собираемся спать и вставать в 5 утра. Выезд на такси из отеля у нас в 6:30. И в 10 с чем-то у нас уже вылет, и в 4:55 у нас прилет в Москву. Ей. Это долгий путь. Очень долгий путь. Ты ждешь Китая? Нет. Но нам придется. Придется лететь в Китай. Пожалуйста, не Китай. Я боюсь туда ехать. Сейчас как в Монголию какой-нибудь закинуть. Да, лучше не надо. Лучше в Китай.